Другим новостям. День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья пройдет 10 февраля. Эта акция проводится ежеквартально по инициативе Государственной жилищной инспекции Московской области. В этот раз в ней принимают участие 17 управляющих компаний «Люберец». По традиции, жители округа смогут задать волнующие вопросы инспекторам госжилинспекции, обсудить с представителями управляющих компаний спорные ситуации и получить разъяснения по всем непонятным моментам в области ЖКХ. В акции также примут участие представители полиции, налоговые инспекторы и сотрудники других ведомств. На этот раз главной темой дня открытых дверей станет создание и деятельность советов многоквартирных домов, а также их роль, задачи и функции в системе ЖКХ. Кроме того, представители управляющих компаний помогут создать советы МКД там, где они еще не сформированы. Напомню, акция проводится ежеквартально по инициативе Государственной жилищной инспекции Московской области. Для участия в первом в этом году Дне открытых дверей уже зарегистрировались более 560 подмосковных управляющих компаний. Об этом пишет РИАМа в Люберцах со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. Отметим, двери управляющих компаний открыты для жителей в эту субботу, 10 февраля с 10 до 3. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.